Значит, пациент был госпитализирован с заболеванием, которое явилось следствием длительного асоциального образа жизни. При поступлении пациенту выполнен весь спектр диагностических и лечебных мероприятий. Пациент был госпитализирован, лечение было в необходимом объеме продолжено. После стабилизации его состояния и улучшения его состояния пациент потребовал в грубой форме, чтобы его выпустили из больницы. Это именно его требование. Потребовал он это у медперсонала, который в этом и участвовал. В настоящий момент проведено служебное расследование. По результатам служебного расследования медперсонал, который участвовал непосредственно в этом инциденте, уволен. Безусловно, и я, и все медицинское сообщество возмущены поведением санитарки и сестры-хозяйки, которые были уволены непосредственно после совершения вот этой ситуации.